Злоумышленники звонят, выдавая себя за сотрудников Социального фонда России, убеждают жертву, что можно увеличить размер пенсии за счет неучтенного трудового стажа, который якобы обнаружили. Тех, кто поверил, приглашают на консультацию в многофункциональный центр для дальнейшего обсуждения вопроса. По сценарию злоумышленника для записи на прием граждан должны предоставить данные паспорта, СНИЛ, СИНН и назвать код из СМС-сообщения. На деле перечисленные документы и числовой код нужны им для получения доступа к учетной записи человека на портале госуслуг. Войдя на портал, они смогут беспрепятственно оформить на человека кредиты или займы. Если подобный звонок поступил, необходимо немедленно завершить разговор. Настоящие сотрудники государственных служб, включая социальный фонд, не просят личные данные по телефону. Важно помнить, ни в коем случае нельзя передавать личную информацию, номера карты, СМС-коды, а также логин и пароли от аккаунтов сторонним лицам.